мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православных христиане празднуют страшной день или страшный день. По церковному календарю православной церкви сегодня чтит память мучеников 14 тысяч младенцев от Ирода, Вифлеема, убиенных, преподобного Маркела Апамейского, игумена обители неусыпающих, преподобного Василиска Сибирского, преподобных Марка Глубокопателя, Феофила и Иоанна Петерских, ближе Петера, преподобного Феофила Помучского, преподобного Лаврентия Черниковского Проскуры, преподобного Фадея Судита Исповедника и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день, желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшему мир иной.